Человеку нужен человек. Не один на то найдется повод, чтоб делить и зной, и всякий холод, ни на день, ни на год, на век. I saw you standing there, sandy blonde hair, the way it came tumbling down, just like a waterfall. And if you need a light, I'll be the match to your candle, my darling. I'm ready to burst into flames for you. I was just coasting till we met. You remind me just how good it can get. Well, I've been on fire dreaming of you. Tell me you don't, it feels like you do. Looking like that, you'll open some wounds. How does it start and when does it end? Only been here for a moment, but I know I want you. But is it too soon to know that I'm with you? There's nothing I Sometime around one, we fell asleep to escape from the sun, and we woke up to the sound of a storm outside. Мужчина всегда считается оплотом силы. Он тот, кто возлагает на себя ответственность за заботу о своей любимой и ее спокойствии. Он должен быть настоящим верным мужем и самым лучшим другом. Перед нами сейчас появится человек, который вселяет уверенность и который ведет за собой. Человек, который с легкостью мог бы сыграть Джеймса Бонда, но в Голливуде сказали, что он слишком хорош. Встречайте, наш жених Виталий! Девушка, которая своей красотой может затмить закат на Мальдивах. Чтобы выразить ей свое восхищение, не хватит всех цветов мира. Обворожительная и обаятельная, кроткая и утонченная. Та, кому Виталий без раздумий отдал свое сердце. Одним словом, просто богиня. Встречаем нашу невесту, Эльвира! Сегодня в присутствии ваших родных и близких, в день, когда рождается праздник во имя вашей любви, хочу еще раз спросить, готовы ли вы создать семью и взять друг за друга ответственность? Хочу спросить у вас, Виталий, готовы ли вы любить Эвию и принимать ее такой, какая она есть, со всеми ее плюсами и минусами, с ее тягой к животным и невероятной радостью мечтать, со страхами и фобиями. Любить и принимать, что бы ни случилось, при любых обстоятельствах. Да. Хочу спросить у вас, Эвия, готовы ли вы любить и принимать Виталия таким, какой он есть? Со всеми его плюсами и минусами. Со страстным желанием мечтать безумно. С тягой к футболу. С плюсами и минусами. При любых обстоятельствах быть для него тылом, опорой и поддержкой. Что бы ни случилось. Подтверждение вашего согласия, мы предлагаем обменяться вам обручальными кольцами. Кольцо для супруги. Кольцо для супруга. There's nothing else.